Уже в понедельник, 16 сентября, во Владивостоке будет запущен новый автобусный маршрут номер 11. Приморский океанариум, площадь борцов революции, Приморский океанариум. На него выйдут 13 низкопольных автобусов большого класса, которые оборудованы системой безналичной оплаты проезда, системой видеонаблюдения и кондиционером. У нас на этот маршрут по муниципальному контракту должно выходить 13 единиц техники. Нам администрация города купила 15 единиц, то есть у нас 2 единицы в резерве. На данный момент они полностью прошли техническое обслуживание. По новому брендбуку оснащены всеми необходимыми наклейками с уголками пассажиров. Подобран водительский состав. Так как маршрут новый и техника новая, на данный маршрут мы ставим только опытных водителей. В этом году администрация Владивостока также приобрела 20 новых автобусов отечественного производства марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ». Задачу обновить подвижной состав общественного транспорта поставил глава города Константин Шестаков. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.